Киркоров и Басков потрогали глюкозу в неожиданных местах. Фото в сеть выложил сам певец. В интернете появилось фото, вызвавшее неоднозначную реакцию пользователей. Николай Басков в своем инстаграм показал снимок, на котором Филипп Киркоров прикрыл интимное место певицы глюкозы, а сам Басков запустил руку ниже талии. Фото соцсети, сделанное накануне праздничного концерта, фото вызвало переполох в инстаграм. На нем три артиста изображены в похожих красных костюмах. Они стоят совсем впритык друг к другу. Киркоров прикрывает рукой интимное место глюкозы, а сзади Басков рукой обнимает ее ниже талии. При этом лица у них выражают удивление. «Красное трио на концерте», — так озаглавил фото Басков. Пользователи же начали писать едкие комментарии. «Вид у Филиппа, как у кота, пойманного с поличным», — пишет один. «Ничего себе, Филипп Бедросович куда поставил руку», — это отметил другой. «Киркоров что нащупал?» «Взгляд испуганный», — пишет третий. «Нам хочет доказать, что ему женщины интересны». «Он не опасен», — подметил очередной пользователь. Кто-то и вовсе предположил, что Киркорова после этого прикончит муж глюкозы.